На этих выходных уже будет проходить Сочи Дрифт Челлендж. Мы с Сашей и нашим видеооператором уже в аэропорту. Ребята уже там провели тестовые заезды. Следите за новостями, будем держать вас в курсе дела. Долетели до Сочи, погода дождливая. Посмотрим, как будет проходить дрифт. Сегодня еще один тренировочный день. Сейчас поедем к ребятам, будить их. И день у нас сегодня подготовки. Заехали к ребятам, разбудили их. Вот уже стоит наша машина. ВОК Автокомпонентс. Сейчас поедем на брифинг. Получили уже бейджи. Ну, это в моем понимании, я сказал, что корректировки угла, да? Это не корректировки, да? Это в отличие от постановки здесь. Приехали. Правила работы представителей средств массовой информации подписываешь. Такие правила. А вы же нам расскажете, да, еще? Непростая жизнь. СМИ. Ответственность несут за свою жизнь и здоровье. Все, все брифинги закончились. Я успел переодеться. У нас немного моросит дождь. Сергей, пилот наш, Абраменко, уже поехал на тренировочный заезд. Я как раз сейчас туда бегу. Будем снимать дрифт. Отличные новости. Дождь закончился. Машину починили. Сейчас будет вторая тренировочная сессия. Через полчаса. Так что выдвигаемся туда. Завтра обязательно возьму самокат. Уже 9 километров находил. Кто приедет, обязательно тоже берите самокат. За пару часов много чего. Вот это нормально. А по мокрому асфальту это не то.